В зале Дома культуры «Рассвет» праздничная атмосфера. На торжественные мероприятия приглашены все, чья деятельность связана со сферами бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Собравшись с профессиональным праздником, поздравил заместитель главы администрации по строительству, ЖКХ и инфраструктуре Юрий Куров. Он отметил, что жизнь современного общества невозможно представить без участия специалистов этих отраслей. Все мы хаем жилищно-коммунальных хозяйств, все мы эти проблемы обсуждаем. Все мы говорим, что там все плохо. Но поверьте, там совсем неплохо, именно благодаря тем, кто в этой сфере работает. Поэтому от всей души поздравляю всех коллег с праздником. Хочу пожелать семейного благополучия, терпения, удачи и хорошего весеннего настроения. В рамках мероприятия состоялось награждение лучших работников сфер бытового обслуживания населения и ЖКХ. Это специалисты предприятия «Кумертауские тепловые сети», «Межрайкоммунводоканал», «Транспортная база», «МУБДОР», управляющих компаний и других. Несомненно, от профессионализма, компетентности, ответственности работников этих отраслей зависит быт, уют и комфорт каждого жителя. Накануне праздника они передали пожелания своим коллегам. Моим коллегам я хочу пожелать успехов в работе. У нас, конечно, не очень легкий труд. Ну, что еще пожелать им? Всего-всего хорошего. Ну, конечно, первое – здоровье. Естественно, это самое первое. Ну и, как естественно, всем охота повышения заработной платы. Вот, и коллегам то же самое всем. Чтобы жилищно-коммунальное хозяйство росло, крепло. В преддверии праздника Дня работников жилищно-коммунального хозяйства хотелось бы пожелать своим коллегам здоровья, семейного счастья, благополучия, терпения в нашей тяжелой, нелегкой работе, ну и процветания. Жизнь каждого жителя города неразрывно связана со сферой бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. В адрес людей почетных профессий со сцены прозвучало немало теплых слов и поздравлений. Творческие коллективы города порадовали зрителей яркими номерами и подарили всем хорошее настроение.